Всем привет! Сегодня я хочу рассказать вам о том, как приготовить вот такие очень вкусные, сочные и красивые запеченные котлеты из кабачком. Это блюдо готовится довольно-таки быстро, оно полезное и очень вкусное. Я его даю даже своим маленьким деткам. Натираем кабачок на мелкую терку. Отправляем ему в миску и сюда на ту же терку натираем 2 зубчика чеснока. На крупной терке я натираю лук. Добавляю сюда же. И добавляем фарш. Фарш у меня из телятины. Дальше заправляем уже наши котлеты. Я добавляю сюда запаренные овсяные хлопья. Зелень по вкусу. Яйцо. Присаливаем по вкусу и немножко по вкусу добавляем черного перца. Можно также добавить любых любимых ваших специй. И теперь нужно хорошо вымесить фарш. Я его довольно-таки долго вымешиваю и вот таким вот образом выстукиваем, для того, чтобы наши котлеты держали форму. И формируем котлетку. Я делаю вот таким вот образом. Если хотите, можно еще каждую котлетку обвалять в панировочные сухари и тогда выкласть уже на духовку. Они тогда будут лучше держать форму. Тогда получается немножко жестковата корочка, и мои детки такого не любят. Я очень часто готовлю такое блюдо, детям моим нравится, мужу тоже. Выпекаю я в духовке разогретой до 180 градусов 35-40 минут. Вот в итоге у нас такие котлетки получаются, они хорошо прожарились, очень вкусные, а главное, давайте посмотрим, какие они сочные получаются. Кабачок в этом блюде добавляет для мяса сочность. Они получаются, если вам видно, камера передает, сок просто выбегает из котлетки. Они нежные и очень вкусные. Вот такой вот рецептик. Если вам понравилось это видео, подписывайтесь на мой канал, ставьте пальчики вверх. Я буду очень рада. До новых встреч. Всем пока и приятного вам аппетита.